Друзья, всем привет, и у нас очередная серия игры Tower Conquest. Итак, ну что ж, для начала, как обычно, мы будем открывать сундуки и в течение всей игры продолжать их открывать. Так, сначала откроем простой сундук и будем продвигаться дальше. После биты будем открывать другие сундуки. Так, скелет неплохо, 28 карт. Самурай, камикадзе и какой-то там кабан, забыл как он называется. Так. Бомбить мы сегодня будем этой же колодой, она вообще мне очень нравится. Она мощная, неубиваемая и вообще просто зверская. Так, роботы против нас будут бомбить. Ну, я думаю, они недолго побомбят и отстанут, потому что мы их пройдем. Да, арена с роботами. Самая первая, самая легкая. Так, чего мы ждем? Так, первый пошел. Ого-го, вот тот с боксерскими будет, короче, отталкивать. Мне не очень нравится, но... мы все равно пройдем и затащим. Так, сейчас нам главное выпустить Дарк Приста, который будет спокойненько, друзья, хилить наших воинов, и спокойно мы дойдем. Я больше даже энергии не буду делать. Все, мы сейчас должны так затащить. Потому что хилочка отлично хилит. И давай, дружбан. Сейчас он отмолотит, короче, так, карты какие-то бесплатные. Сейчас, короче, бахну силой башни лазером. И все, мы доходим. Спокойненько мы доходим и проходим. Так, здесь нам что дали? Башню. Так, мы успели уложиться в срок. Так, а теперь сундучок. Средний. Так, второй сундук у нас, по-моему, роботы. Так, что у нас так? Так, роботовые сундуки, да. И что у нас здесь? Во, нормально, вот этих 45 карточек, отлично. И... так, этих я тоже не знаю. Не очень я их собираю, тех карт. Поэтому... продолжаем. И следующий сундук после того, как мы пройдем эту башню, у нас будет эпический. Так, сразу энергии вкачиваем по максимуму. Ну-ка. О, блин. Не успел. Так, стоять. Так, нехило, у него тоже, кстати, прокачанный. Так, давайте паладина выпустим. Так, энергию. Так, мне нужно сейчас сначала отбиться. Так, и Дарк Приста выпустить. Пусть он хилит. И второго робота. Гвардиан, или как он там, Джиггернаут. Я забыл что-то из этого второго. Сейчас посмотрим, как его зовут. Так, ну что, все, Дарк Прист отлично справляется со своей работой. И... сейчас добавим лазера. Все здесь собираем. И вообще просто замечательно. Они просто вообще бомбят, друзья. Так, третий. Сундук сейчас у нас будет. Это эпический. И в нем выпадают самые интересные и крутейшие карты. Так, да-да-да-да-дам. Ну что же нам принесет? Во, вот этих инопланетян я собираю. 154. И, друзья, сейчас у нас тигр будет 5-звездочный. Так, мы заходим в армию. И где тут звери? Так, да, вот они. И прокачиваем нашего тигра до 5-й эволюции, 5-й звезды. Во, посмотрите, как он превратился в белого тигра. И у него броня появилась более мощная на спине. 2600 у него здоровья. В общем, красота. Все у нас по максимуму. Так, и нам остается. Так, максимум. Почти все у нас по максимуму.
Ну, мы скоро все прокачаем полностью по максимуму и будем офигевать просто с крутой колодой карт. Так, ну что ж, дальше будем играть. Теперь нас что ждет здесь? Так, робот, который впускает ракеты. Ну да, в принципе, он будет нас напрягать, но ничего страшного, мы затащим. Так, посмотрим, что он выпустит первого. Так. Пока до 400 накопим. Нам нужно посмотреть, кто у нас будет первый. Так, слабенький, первый у нас слабенький. И второй опять, как обычно. Так, второго мы выпустим паладина. Главное, чтобы он не разбомбил. Так, мы пока отобьемся. О, блин, вот эта фигня, да, реально. Так, отлично. Вроде затащили. Отбили первую волну, выпускаем второго. И мы сразу доходим до башни. Лазером я подбил. Так, смотрите, он сейчас как шмальнет, круто. Прямо сюда и почти моих всех разнесет, но нет. Так, заморозочку. И мы... Так, ну чё ты, давайте дострельнем, короче, лазером из башни. Ну, вообще красота, ребята, мы тащим. Просто зверски быстро. У нас колода вообще неубиваемая. Плюс карточки у нас прокачаны по полной. Так, ну сейчас опять будем открывать обычный сундук. Посмотрим, что нам в нем попадет, пока у нас есть кристаллы. Так, 170. 5 кристаллов дают нам 140 карт. О, Fallout 43, скелетика 27, отлично. Так, следующий опять будет у нас робот и эпик. Но только после того, как мы пройдем четвертую аренку. Континиум. И бабахаем опять до 400 энергии. Так, сейчас, наверное, опять же... Так, смотрите-ка, он никого не выпускает. О, пошел, неваляшка плюс боксер. Ладно, выпускаю паладина. Плюс дарк креста, пускай сразу хилит. Так, блин, короче, нужно... А, все, он дошел. Нужно сначала разбомбить их, эту компашку. Вот, отлично. И сейчас мы добавим. Там что такое произошло? А что с дарк крестом произошло? Я что-то не понял. Вы видали, он что-то сюда раз так, потом хлоп и отлетел, и все. Неужели его кулаком робота достало? Да не поверю. А, вот, смотрите, он что-то делает. Он хлоп, он все, короче, издалека, дарк приста, и бахает. Вот это прикол. Какой-то раз резинкой такой, как паук-паутина, приманивает. И сзади, короче, вот это приколюха, ребята. Я думал, что у меня с Дарк Престом такое происходит. Я еще такого не видел, кстати. Так, Дарк Прист хилит по полной. Сейчас второй Дарк Прист пошел. Так, там опять этот робот вышел, который фигачит. И мы сейчас лазерами все-таки добиваем эту башню. Ого, мы здесь прям идем, друзья, все значки собираем. И жизни башни, и здоровье, и время. Так, у нас на очереди второй сундук. Да. Сундук робота. Ну, не очень мне, кстати, нравится, потому что я не особо играю. А, нет, за роботов, блин, у меня сейчас колода почти из роботов. А, нет, у меня только Fallout и Джиграут. Так, но прокачаны только пару. Так, ну что же, следующий сундук у нас будет эпик. Сейчас мы... Так, смотрите, у него тоже, друзья, довольно интересная колода. 32-е. Ого, у него 32-й Fallout уровень. Но у нас 4-звездочный, 5-звездочный, но... Но у нас уровень меньше, а у него довольно мощнее уровень. 32-й, 30-й и 31-й. А у нас всего лишь все 30-го, но зато у нас они 5-звездочные. Так, у нас тут пишет, что квест пройден. За это нам дают 3 кристалла, блин, вообще. Жадины. Так, тоже пошел такой же робот-мельница. Трам-па-пам. Отлично. Бомбить он будет по полной.
Так, терракотовый воин. И я буду сейчас Дарк Креста плюс Fallout. Fallout я тоже буду выпускать. Сейчас еще одного воина выпустим. О, блин, этот лизун мне не нравится. Придется на него тратить. Придется, да, я на него потратил. И все, Fallout пошел. И мы должны... Так, ураганчик. Так, все, заморозили. Так, ну что ж, Fallout. Fallout. У нас он прям бежит, друзья. Смотрите, как Fallout бежит. Вы видали? У него ноги как топают. Парам-папам. Так, плюс еще один Fallout. Так, мы пока должны забабахать силой ракет. Ой, блин, да, силой башни. Так, мой Fallout сейчас уже просто зарубется. Да. А этот Fallout не дошел, и у него глаз, он вылетел. Вы видели маленько в левом углу экрана сейчас. Так, башню мы сохранили, здоровье сохранили. И вложили 150 секунд. Все отлично. Так, ну что же, давайте откроем здесь наш сундучок. За то, что мы прошли все 5. О, 9 флаута. Так, у нас карта зима. В следующей серии будет. А сейчас мы открываем. Так, так, квест сначала посмотрим, да, возьмем 3 кристалла. Так, открываем наш эпический сундук. Блин, он вообще нам карты дал, одни роботы-башни, стрёмные. Короче, сейчас мы посмотрим, что у нас по армии. Максимум. Так, лучницы есть. Лучницы, кстати, нам не давали, так, нету пока. Так, здесь у нас что? Тоже, так, это у нас максимум. Так, паладин. Паладин вообще не дает карты, кстати, вы не заметили? Здесь тоже нету. Эй, почти дотянули. Сейчас мы эту посмотрим, что у нас по этой колоде, по королевской колоде. Так, грифон нет, он эпический. Очень редко выпадает. Так, здесь еще волшебник визор. Тоже нам не дают этих карт. Хилочка. Ничего. Ну что ж, друзья, на этом серия подошла к концу. Не забывайте подписываться, ставить лайки и ждите следующую серию. Там будет карта зима, будут новые сундуки. Всем пока.